Президент России Владимир Путин принял участие в пленарном заседании Государственной Думы по вопросу внесения поправок в Конституцию. Об этом сообщают информагентства. Он отметил, что принять поправку об обнулении президентских сроков можно, если она будет поддержана гражданами при голосовании, а ее законность подтвердит Конституционный суд. А до этого Дума работает до 2021 года, а президент до 2024. Об этом уже написал в своем телеграм-канале пару слов депутат Госдумы Николай Панков.